Так, Кемерово. Кемерово. Развернуть по-другому видеорегистратор не получится. Да, полено. Да, сейчас все ходят с такими. Да. Слышь, Валь? Не слышу нифига. Ну, скучно, да? В пустом вагоне. Так, покидаем Кемерово. Вот, к сожалению, только по прямым углом можно снимать. Где там? Так, тоже прячу назад. Где это? Наверх положим. Да.
вас направлен. Да, да. Батарейные билетики возьмете? По 100 рублей жилищная батарея. Индульгенция. Ну почему они... Нет, 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 переходит. Да, нет, у нас тут вам начальник выпишет только что. Да. Это у меня билет. Да, ну сейчас. Возьмете по 100 рублей? Не, ну мне не нужен. Мне не надо, спасибо. Но там могла быть квартира. Да. Овечки. Ну этот, брось наверх это, как и пакеты. Заряжай хочешь? Да. Не, у меня там тоже есть. Да. Там у тебя одна, этот, USB-шка. Две. Две, да, ну тоже вставь. Поехали, теперь ехать долго-долго. Посмотри на этот, нормальная картинка на дисплее. Ну, трясется. Поднять надо. О, так не трясется. Так не трясется? Да не, нормально, ну, ты добежишь, и так трясется. Что, держать всю дорогу, что ли? Это у меня была. Что это такое, ветку какую-нибудь? Догадаешься как? Или не так просто? Не так просто. Так. Че там догадываться-то? Ну и полчаса не прошло. Так, че что подложить, а что потряслось? Снять и не снимать. У вас нет функционала. Регистратор. Слышали, да, что он говорит? Доброжелатель. Так, может бумагу подложить, а? Не дело вот так вот сюда вот держать. Вон этот конвертик от билета. Я вот думал, в рамку я переоделся. В рамку, наверное. Чтобы... Тут какой-то этот талончик еще. Страховка, что ли? Нет, страховка уже отказалась. Все равно ну немножко периодически, но так гораздо лучше.
Вот, смотри, отражение в стекле. Видишь, да? Вот занавеску сейчас вот задвинуть, и отражение пропадет. Вон. Будет отражение занавески. Не будет. Она перекроет окно. У тебя, по-моему, сверху пассажира пока нет. По-моему. Что? Рассказывай про дорогу, что видишь, что увидишь. Снег, деревья, столбы. Лето, что ли? Все. Летняя съемка есть, когда зеленое все. Когда белое все. Ну что ты? Все-таки датакам надо было, у него стабилизация изображения есть. Да. Ну, датакам доказал долго жить. Так рассчитывал на него и приспособление сделал для того, чтобы можно было слегка сдвигать ракурс вперед, просматривать. Но под Омском отказал микрофон. Все комментарии, которые были на видео, они не записались. А Чулыми сдох сам. Ну ладно, сдох, он же включается. Может, реально нужно обновить эту прошивку и все это. Ну, я звонил в эту техподдержку. Он так и сказал, говорит, обновить техподдержку. Ну, можно... Вот смотри, сейчас этот. Вот у мегафона, видишь, мощность сигнала 2, 3, 4 деления. У Билайна, сюда смотри, 0. У меня одно. Вот сейчас одно появилось. У этого 3. Так почему у меня YouTube не ловит? Вот уже отражение из стекла пропало. Так хорошо это спать. Никому не мешаешь, никто тебе не мешает. Так, ладно, что в новостях пишут? Вы не подключены в сети. Пошли. Я тебе в новостях написали? Да. Давай-ка YouTube посмотрим. Да, тоже не удалось. А, тут этот, и даже мегафон, он 2 деления. А Билайн вообще сдох, да? А, нет, у тебя сейчас 4-3 появилось. У меня 2 пока. 2. 3. Интернет ловит у тебя? Ешка. Слабенький.
Ну, есть тоже он ешка, но что-то у меня нифига не отражает. Нет, тут ничего нет. И какой значок Яндекса, интернета? Что-то делаю. Какой значок Яндекса? Значок, я значок интернета. У меня Safari. Safari? Загрузить тут услуги дома Safari. Нет, не получится. А, у тебя же этот. Safari это Apple-ский. Да. В общем, у нас говно с этим интернетом. Господа, 3G появилось. А Билайн. У меня только область на своей области. Все. И одно деление даже. Всю дорогу так будешь? Все. Буду, ну что, злюсь я на это. Предлагают, хрен знает что, эти черта нету. Блин, в поездах нигде не ловят. Ни у кого никакая связь не ловит. Манагеры, блин. Все, там вот, только они покупай. Они вот при чем? Только покупай. Ну и они, что, они... в городе работает. А нафига, я же объясняю, что мне город нафиг не нужен. В городе у меня этот есть дом. Так, что проезжаем? Какую? Я думал, это самое, навигацию включить. Можно же навигацию включить, да? Давай попробуем. Чтобы знать, какие населенные пункты приезжают. Если видишь название, говори. А то когда... Так, это что такое? Двигаемся. Да? Нет. Двигаемся. Я нифига не двигаемся, на месте стоит. Дяди проводников. Не вредные. Так, а вот этот показывает Яндекс навигатор. Ну вот мини показывает. Двигаемся, нет? Стоим? Угу. Ну, уже спутники. В общем, гаджетов как грязи на улице, и планшет, и смартфон, и ни черта не работает. Как хотелось бы. Я видел, что здесь второй с конца вагон, какой-то вагон радиосвязи, что ли, что-то такое. Что-то такое было. Там антенны у него какие-то наверху. Так, ясно. Все тайны продаж. Все. Какие тайны?
тогда не писали, что это из вагон радиосвязи. Так, а что ты покажешь? Рядом почти нет пробок. Он что, сохраняет последнюю? Ладно, пошел я лежать. Ты давай рассказывай, что по дороге видишь, какие названия. Я пошел лежать. Попозже спущусь. Пойдем с тобой покурим. Нифига интернета нет. Чтобы не трандили. И мобильной связи нет. Комментатор пошел лежать. Я один сидел, что ли? Кстати, небо голубое, голубеет. Встретил у нас пасмурным, нахмурившимся, серым. Сейчас картинка оживает. В день отправления погода несколько улучшилась. В вагоне едем вдвоем, больше никого нет.
спи, спи. Отдыхай. Всего в вагоне 4 человека. Так, что у нас там по пути? Какие-то населенные пункты, деревеньки, поселки, дачные участки. С левой стороны лес березовый. Прозевал название полустанка или как остановки. Это пригородные поезда останавливаются здесь. Да, дачные какие-то места. Февраль, зима, но уже нет тех трескучих морозов, уже помягче.
здесь с Кемерово. Двигаемся в сторону Новосибирска. Съемка с правой стороны, правое окно по ходу движения, но, наверное, подъезжая к нижнему, я видел соседнее, противоположному окну, потому что, говорят, там вид из окна более богатый. Thank you.
разъезд, что за станция, понятия не имею. С левой стороны. С левой стороны станция, но поезд на ветке закрывает название. Вот красивое, красивый домик. Мне нравится деревянный. Обшиваю чем-то. С обоих сторон вагоны. Так что прочитать название станции не получится. Что за станция? Не назвал. Как? Так, топки. Топки. Так. А тут просто стоит, да? Да, 35 минут. Ну, пойдем на улицу, выйдем, блин. Вот смотрю, ни название, ничего. Что зашифрованное все, закодированное. Вот, вот топки. Ну, это с левой стороны, походу. А где платформа? Слушай, может быть, завтрашний день начать снимать с той стороны. Зачем? Ну, во-первых, с этой уже летние поездки есть много, а вот левой стороны у меня. Что-то непонятно здесь, с какой стороны вокзал. И я смотрю этот каждый раз от левой стороны, по ходу движения более. Переставишь туда, будет там. Ну да, вон поезд, не твой поезд стоит. Топки? Тапки? Тапки? Или тапки? Ай, господи. Уголек. Иди кури. Еще не остановились. Да. Так, где ножка, блин? Куда я положу ножку? Все, остановились. Подключаю вот это. Картинка появилась. Вагон какой-то.
Так, топки, да? Топки. Население. Да, 26 тысяч. Население 20, больше 26 тысяч. Значит, 13 место в Кемеровской области по населению. По площади 16 место Кемеровской области занимает район Топки. Ты сейчас там, наверное, читаешь. Люди отпишутся от твоего канала. 2-0. Если серьезно? Да. Какая минута? Ну, 11-я, 12-я. Это норвежцев наши. Да. Ладно, давай почитаю все, что написано в Википедии про этот город. Или поселок. Не знаю. Почему пишут? Что, стоит, да, читать? Тронулись? Да. Ура. Так, а следующая остановка будет? Не знаю. Две минуты, по-моему. Какая-нибудь остановка да будет. Ой. Так, что мы проехали? Мы проезжаем город Топки. Сейчас смешно. Ты говорил Топки. Топки город. Только не Тапки, а Топки. Я тебе сказал Тапки, ты говоришь Топки. Я шутил над тобой. В общем, проезжаем город Топки. Ты делай где что пройти. 13-й по численности населения. А я что сказал? И 16-й по площади город в Кемеровской области. И где я обманул? Входит в состав второй по величине в области Кемерская агломерация. В городе два микрорайона, Красная Горка и Солнечный, разделены между собой улицей Чехова. Одна улица? Ну, разделены они улицей Чехова. Там, наверное, в микрорайонах тоже есть какие-то улицы. Город Топки расположен в центральной части Кемеровской области, на северо-западе Кузнецкой котловины, в 32 километрах к юго-западу от города Кемерово. Разница с Москвой 4... Поехали, 30 минут стояли. Разница с Москвой 4 часа. Флора и фауна. Большую часть города и района составляют обширные смешанные леса и болота. Почва в районе плодородная и используется фермерами для выращивания культур. В 1984 году близ пруда Школьник была замечена рысь. Эту информацию подтвердили коренные топкинцы. Еще один случай был в 1997 году. Рысь была замечена в районе села Топки. В Топкинском районе присутствуют другие хищники – волки, лисы. На территории района присутствуют крупнорогатые дикие животные – косуля, лось, олень. Легарка. Тип почвы в районе – чернозем. Площадь территории – почти 52 квадратных километра. Протяженность с запада на восток – 6,5 километров, с севера на юг – 4,5 километра. Общая площадь всех земель в пределах городской черты составляет, ну, без малого 6 гектар. Удобные плодородные земли пригодны для занятия огородничеством. Что у нас теперь, какой спешный район?
Климат резко континентальный, с большими перепадами температур зимой и летом. Зима снежная, ветреная, температура доходит до 40 градусов ниже нуля, летом до 35 градусов и выше. Историческое происхождение города идет от станции Топки, которая основана в октябре 1914 года, в период строительства Кольчугинской железной дороги. Под поселок возле станции был нарезан участок и отведено место под базарную площадь, где сейчас городской парк. По ближним деревням объявлено, что продаются земельные участки под усадьбы. Новое место стало быстро обживаться. В 1916 году в новом поселке насчитывалось более 300 дворов. В этом же году в эксплуатацию сдано паровозное депо, построен вокзал. Вскоре по дороге Топки-Щеглово было открыто пассажирское движение. Во второй половине января 1917 года в депо были присланы первые 23 паровоза серии «И» с Коломенского завода. Паровозные бригады из Юрги были переведены в Топки. Так, следующий у нас как? На расстоянии в 1,3 километра от станции располагались хутора Горбовка, Егорьевский и Петровский. К 1926 году в Топках уже проживало более 5000 жителей. В 1931 году коллективу депо во всесоюзном соревновании было присуждено звание «Лучшее депо СССР». А опыт работы депо получил известность по всей сети дорог. В 30-е годы в депо прибывали более 100 бригад с разных предприятий. Они изучали опыт топкинцев в организованных школах, возглавляемых профессором из Томска Н.И. Карташова. Население, начиная там, скажем, с 2013 28217, в 2014 28044, в 2015 28129, в 2016 28144, в 2017 27963. Колеблется где-то так на уровне до 30 тысяч. Хотя если взять период с 2002 по 2009, то население было более 30 тысяч. И так постепенно уменьшается. Ты спишь, что ли? Заснул под мое бормотание. Я думаю. На 1 января 2017 года по численности населения город находится на 530... Я буду смотреть, слушать бормотание и улыбаться. 1 января 2017 года по численности населения города находился на 532 месте из 1112 городов Российской Федерации. Короче, где-то в середине. Национальный состав по переписи на 12 января 1989 года. Русские 93%, немцы 1,7%, украинцы 1,8%, белорусы чуть более 1,3%. Это была перепись населения на Дальнем Востоке. 3% на вопрос, как он живется в России, 3% ответили хорошо, 97% ответили хорошо. Цементный завод здесь есть.
есть еще и детская площадка. Скамейки есть, наверное. Ну, наверное, овощебаза. Радиостанция здесь работает. Радио Маяк 102.3, Кузбасс ФМ 69.93. И все. Достопримечательности. Мемориал славы русская пьета к воинам Торкинсон. Ну, спасибо. И железнодорожный вокзал. Год постройки 1914 год. Из достопримечательностей здесь вокзал. Все. Город имеет одну центральную площадь возле ЖД вокзала Комсомольскую. Маленький поселок городского типа. Все, больше ничего интересного. В городе 82 улицы. Ух ты. Немало. Там этот, Верга следующий, да? Следующая станция... Верга 2. Вот про нее прочитай. Да. Потом придешь, будешь рассказывать. Делать больше ничего. Ты бухти, бухти. Ты хочешь заснуть, что ли? Ну, прямо минуту, операция. Бухти, бухти. Интернета нет вообще, связи нет. Дай-ка я посмотрю, что есть там. Интересно.